Финалы регионального этапа общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» состоялись 16 января в манеже спорткомплекса «Красная звезда». Рекордное количество команд – 31 – зафиксировала в нынешнем году судейская коллегия. На мини-футбольной площадке в этот день вышли мальчики и девочки, успешно преодолевшие отборочные турниры. И здесь и городские школьники, и представители районов Омской области. Система розыгрыша у нас традиционная. По круговой системе каждая команда играет с каждой командой. И побеждает сильнейший по количеству набранных очков, побед и так далее. Прогноз дела неблагодарное. Но я вам скажу одно, что дети будут играть самозабвенно, с азартом, спортивно. Никто не хочет проигрывать. Я думаю, что игры будут у нас достаточно жаркие. Все больше в рамках турнира появляется команд девочек. Они увлекаются футболом на уроках физкультуры настолько, что уже не представляют свою жизнь без спорта. А участие в соревнованиях – хорошая возможность расти и развиваться. Мне нравится турнир очень, и нашей команде тоже очень нравится. Тут прям футболом пахнет. Почему ты выбрала для себя футбол? Мне предложили поиграть в самом раннем детстве. Я пошла, мне очень понравилось. Команда девочек 2007-2008 годов рождения из Муромцевского лицея в серии пенальти одолела соперниц из Азовского района. Нам удалось победить из-за того, что у нас очень хорошая и стойкая команда, и мы всегда дружим с друг другом и общаемся хорошо. В первой игре мы победили Русскую Поляну 2-1, а во второй проиграли Омской школе 6-0. Мне один нравится, потому что здесь мягкий газон и удобно бегать. Для нас очень многое значит этот турнир, особенно по 2003 году, потому что мы выступаем последний раз, играем. У нас выпал шанс поехать в Красноярск. Мы тренировались очень упорно. Упорные были у нас тренировки, чтобы попасть сюда. Победителями турнира стали 8 команд из Калачинска, Русской Поляны, Азовского, Щербакульского, Черлакского и Муромцевского районов и городских школ номер 13 и 137. Они представят наш регион на сибирском этапе турнира «Мини-футбол в школу», который состоится во второй половине января в Красноярске.